Друзья, я хочу вам сказать, что если вы меня сейчас слышите, значит, я вам сейчас кое-что скажу. Короче, у меня по какой-то причине все грёбаные видео, которые были до этого, на них нету звука. Вы представляете, с кем я болтал все это время? И вообще просто это все зазря, просто все эти записи. Конечно, нет, я их все выложу, все понятно, просто, блин, обидно. Так что если я вдруг заглохну, просто нужно что-то с микрофончиком делать, вот. А я сейчас не собираюсь идти в магазин, да, там покупать что-то. Это естественно. Просто я подумал, ладно уж, сейчас я буду доигрывать. По-любому. Так что если заглохну на время, значит, что-то у меня с микрофоном. Ладно, ну чё, пофиг, в принципе, запишу. Ну. А, ничего особенного. Ничего фигового, прям уже из этого нет. Ну. Спасибо.
400 дворян с оружием, Анаре. Если бы не генерал Лафайет... Хватит! Здесь вам не рыночная площадь! Слишком много слов, да мало дела! Ну хоть кто-то с добрыми вестями. Арно, что ты узнал у ювелира? Я. Они учатся. Шермен сделал эту булавку для человека по имени Лафреньер. Уверен. Магистр Делосар верил в его преданность. Ну что ж, твоя задача ясна, Арно. Найди Лафреньера. Я нашел его, месье. И все решил. Ты что это несешь, щенок? Я узнал дело Френьер, затем пошел и убил его. Совет ценит твое рвение, но помни, цели выбираешь не ты. Ты должен был прийти к нам. Простите, учитель. Мне казалось, я нашел виновного в смерти месье Делосара. Некоторые факты указывали на то, что в будущем он собирается нанести удар по братству, и я решился. Казалось, некоторые. Но теперь я не понимаю его мотив. В его памяти я увидел, как он писал месье Делосару, предупреждая об опасности. Перед войсками он говорил про нападение на клуб Манея, а не Канаш. И что ты думаешь? Не знаю. Я хотел узнать больше. Не одобряю. У юноши бесспорный талант. Но жажда мести ослепляет его. Пусть продолжат другие. Времени нет. Планы Лафреньера воплотятся в жизнь сегодня. Он спросил разрешение. Ступай. Узнай, что сможешь. Но без лишней спешки. Да, учитель. Ясно. Круто. Так, а что это? Что там было? Ага, прогресс. Эх, фигово с микрофоном так получилось, блин. Твои линии. Арно! Как жизнь? Нормально. Подожди, у нас патрончики. Ой, а почему? Почему нельзя? Может, пока что здесь нельзя использовать, но я не знаю. Куда нам надо-то? Так, смотрим, где у нас этот восклицательный знак. Подождите, Въезжаю. Нет, туда пока что или чё? Надо выйти, что ли? А, идите в особняк. Зелененький вот там. Горит, видимо, рядом. Так. Смотрим. 200 метров. Так. А!
прыгали. Мне нужно что-то с этим сделать. Эй, а ну иди сюда. Где страх? Ты с кого ты ее поймал, блин? Что ли? Не палит. Чуть, давай быстрее. Откуда это тут? Куда ты ее прыгнул? Какого хрена ты творишь? Да. Офигеть. Так, а почему у нас две точки? А, одна точка, все. В принципе, там далеко. В принципе, не так лагать должно, я немного с настройками пофурочил в программе, но посмотрим. Это выйдет, ладно. Так. Да чё ты, блин, делаешь-то, а? Я достиг. Вот и она. Что же привлекло сюда Лафреньера? Наверх его, быстро! Латуш, сколько лет. И сюда пробрался, да? Да, засранец. Знакомый замок. Где особняк? Да сейчас пойду. А, кстати говоря. Так, как решить головоломку? Я даже не знаю, что это. Так. Что-то не так. По-любому что-то не так, чувак. Чё он не хочет спрятаться? Я точно. Он что, просто... неважно. Мне бы шлюху. Да. Сен-Пьера положили. Кто-то там есть. Зашибись. Так. Так куда ж ты, блин, прыгаешь-то? Так, ну что тут у нас есть? Пошлите дальше. Так. Короче, нам нужно внутрь. Стоп, Латуш? Латушин одна... А он же вроде там внизу был. Не показалось, может. Гляну, что там. Иди сюда, подожди. А, вот тут, по-моему.
Так, здесь убить и закрыть стрелок. Доведем до безумия. Так. Латуш. Где же этот латуш? Отлично, здесь есть шанс классный. Читайте из укрытия, но, конечно, немного не то. Так, а куда же нам надо-то? Давайте попробуем сделать так. Я ничего не видел. Ну что, как нам? Вон там дверки открыты. Это очень круто. Мои люди.
мертвого смерта. На это нужен минимум. Вот, достичь можно чего-то тут. А то и два. Великие дела требуют терпения, друг мой. Если несчастье Парижа позволит нам изменить мир, пусть будет так. Почему бы просто не убить его? Мой человек, нож, темный переулок. Все просто. Капитан, нам нужен осужденный, а не мученик. Терпение. Простите, великий магистр, но лично мне кажется... Что чем дольше мы терпим, тем больше рискуем. Ассасины уже нашли Северы и Коронинщик уже прошли. Их смерть не станет для нас помехой. И мы знаем, что ассасины можно и должно манипулировать. А дочь Делосера? Если она соберет старую гвардию, Бибидра проблема решится сама собой. И как же? Мадемуазель Делосер направится в особняк Гуаза побеседовать с Лафиньяром. Увы, съел Финьеру больше, чем сказать. Элиза! Умно, магистр. Но ведь и вы не в ладах с ассасином. Куда они? Но фортуна переменчива. Верно. Офигеть. Притворение планом жизни я поручаю вам, дамы и господа. Сам же тем временем направлюсь к святилище и буду ждать. Этого довольно, капитан? Я утрою охрану. Что? Да направит вас отец понимание. Блин, я хотел, чтобы вдвоем взяли. Да будет так. Ловите! От меня ему не скрыться!
Ты ёкарный карась, а во, наконец-то. О, да. Наверное, можно пока что. Всем пока.